Сегодня сотрудники ГИБДД в Нижнем Новгороде провели акцию «Цветы для автоледи», в ходе которой поздравили всех дам за рулем с наступающим Международным женским днем. Дорожные полицейские о своих профессиональных обязанностях при этом не забыли и напомнили всем участницам дорожного движения о необходимости соблюдать правила. Чтобы у вас всегда было хорошее настроение. Если будет хорошее настроение у женщины-водителя, я думаю, она и управлять транспортным средством будет с удовольствием, будет внимательной и не будет совершать какие-то дорожные происшествия, не будет нарушать правила дорожного движения.